На базе Унической центральной районной больницы планируется в ближайшее время открытие инфекционного госпиталя для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Этот инфекционный госпиталь рассчитан на 400 коек и при необходимости возможно дополнительно еще до 600 коек развертывания. Все 400 коек оборудованы кислородной подачей, все койки с кислородом. Это современное требование с максимальным оснащением подачи кислорода для пациентов, потому что пациенты с новой коронавирусной инфекцией нуждаются в кислородной поддержке, поэтому это очень важно для инфекционных госпиталей. И из 400 коек, 14 коек – это коек для инвазивной вентиляции легких, которые обеспечивают оказание медицинской помощи тяжелым больным с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь оснащен современным оборудованием в соответствии с минимальным требованием, которое утверждается Министерством здравоохранения. И очень важно то, что в инфекционном госпитале в Унической центральной районной больнице будет свой собственный компьютерный томограф, который сейчас в настоящее время находится в стадии установочных работ и дальнейшее проведение тестирования, и в дальнейшем будет работа. То есть для пациента это будет очень удобно, потому что пациенты, которые находятся на стационарном лечении в инфекционных госпиталях, требуют не только для установления диагноза пневмонии, а в дальнейшем для оценки динамики состояния, оценки правильности и тактики лечения необходимо контрольное исследование, КТ-исследование, которое будет проводиться пациентом сразу в условиях именно госпиталя. Это очень удобно. Открытие этого инфекционного госпиталя дает нам возможность в полной мере обеспечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, именно в оказании правильной специализированной медицинской помощи в условиях стационара. И расположение самого госпиталя, мы говорим о том, что специализированная медицинская помощь может оказываться не только в центре и в городе Брянске, а также и в районах. Этому пример – это открытие будущего инфекционного госпиталя, куда приедут и специалисты. Значит, планируется вначале работа специалистов и собственными силами Унической центральной районной больницы, где есть все необходимые специалисты по профилям. Также будут созданы бригады специалистов из других районов, это из Клинцов, из Новозыбково, из ближайших районов. В начале открытия, в начале деятельности своей, медицинской деятельности в инфекционном госпитале планируется привлечение специалистов из областной больницы, которые уже вторую волну работают с этими пациентами, у которых уже определенный опыт имеется, и которые они тиражируют, и то есть расскажут именно о правильном выборе тактики лечения, и, ну, конечно, которые вот уже многое знают и многое прошли. Но и я хочу сказать, что и в самой Унической центральной районной больнице все специалисты, которые предполагаются для работы в красной зоне, они прошли специальное обучение по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получили сертификат об окончании этого обучения, поэтому они готовы к полноправному оказанию в полном объеме медицинской помощи.